На проспекте Героев Североморцев автобус 5-го маршрута столкнулся с 62-м микроавтобусом. По сообщениям очевидцев, оба поворачивали налево на Чумбарова-Лучинского, но маршрутка хотела автобус на повороте обогнать. Этим же утром на улице Кнеповича автобус 11-го маршрута догнал кроссовер. И без того всегда плотное движение на этом участке было практически парализовано. Кстати, практически на этом же месте 25 февраля тоже 11-й собрал паровоз из 3 машин. Флешмоб по составлению автомобильных паровозов в тот день поддержал и троллейбус «Четверка». На проспекте Кирова он догнал легковушку, которая по инерции врезалась в микроавтобус. Во всех столкновениях обошлось без пострадавших. По факту всех ДТП проводится проверка.